Ну за что? За что мне такое наказание? Сынок, ну мне же совсем мало времени осталось страной-то править. Ну когда? Когда ты уже найдешь себе жену? Внукам хочется! Папенька! Ах, нарядницу тебе надо? Да! Паришка, запиши! Я издам сейчас указ! Запиши покраше! Я ядрёна корень вас всех одену в наше! Я указами клянусь по всему пространству всех одетых не подрусь в миг лишу гражданства! Будь ты местный, будь варяг, под любым предлогом всех одевшихся не так обложу налогом. Записал? Да. Ну беги, объяви царский указ. Сынок, а ты бы поменьше выбирал-то? Ну главное-то что? Чтоб была хозяйственная. Веселая, ухоженная. Ну, размер-то не важный. Батюшка, мне нужна вот такая вот притакая. Царь наш батюшка, со всей Большой Руси собрались гости. Посмотри на всех подряд, навезли как надо. Всех на праздничный обрат русского наряда. Раз такая круговерть, будем любоваться, всех оценивать, смотреть. Объявляйте, братцы. Вашему вниманию, по царскому указанию, со всей матушки Руси съехались нарядницы, настоящие красавицы. А чей лучший-то наряд, будем судить вместе. Вашему вниманию, царские придворные советники народные. Итак, первый советник Николай Кирюхин. Главный советник Светлана Светпавловна Федосеева. Так, а третий советник? Я, мне жену ищем. А третий советник у нас царевич. Пришло время начинать и нарядниц нам встречать. Вашему вниманию, по цареву указанию, такое редко где встретишь ты. Настоящие из сундуков этнографические наряды Каргополя. Встречайте! Ты прячка, ты моя.
номер один – Тамара Белова. Участница номер два – Екатерина Мишина. Участница номер три – Татьяна Трунаева. Участница номер четыре – Евстолия Кокарева. Участница номер пять – Галина Колесова с внучкой Аришей. Участница номер шесть – Евгения Ткаченко. Участница номер семь – Любовь Шулепова. Конкурс не заканчивается, ведь наши каргопольские умельцы могут не только петь да плясать, но и сами смастерить наряд, да такой, что не отличить от оригинала. Если не верите, смотрите сами. Вашему вниманию реконструированные наряды. Участница под номер один – Светлана Григорьева. Участница под номером два – Татьяна Евдощак. Участница номер три – Наталья Меньшикова. Участница номер четыре – Ольга Парутина. Участница номер пять – Ульяна Карпунина. Участница номер шесть – Анастасия Рудометова. Участница под номером 7 – Диана Лоренс. Мишель.
вашему вниманию участница под номером 7 Диана Лорен. Участница под номером 8 Маргарита Богданова. Участница под номером 9 Людмила Суранова. Как тебе? Это славно, доложу. Все, чего я вижу. Но жену себе возьму лучше из Парижа. Ну нет, ты меня не убедишь. Ведь на самом деле лишь пройдут через Париж русские модели. Лишь тогда уже назад к нам походкой строгой то вернется наш наряд новой русской моды. Я строго и честно скажу вам, друзья, что наших истоков забыть нам нельзя. И в русском костюме, как кажется нам, мы вновь прикоснемся к своим родникам. Парнишка, давай объявляй. Вашему вниманию был представлен стилизованный наряд. Самошитые да расписные представляли наряды девицы красные. Карпунина Надежда, Татьяна Жукова, Наталья Башмакова, Евгения Ткаченко, Тамара Белова, Галина Колесова, Евстолия Кокарева. Участница номер 1 – Карпунина Надежда. Участница номер 2 – Татьяна Жукова. Участница номер 3 – Наталья Башмакова. Участница номер 4 – Евгения Ткаченко. Участница номер 5 – Тамара Белова. Участница номер 6 – Галина Колесова. Участница номер 7 – Евстолия Кокарева. А также Екатерина Мишина и Татьяна Трунаева. Мое слово! Хороши! Баски девицы! На все руки мастерицы! И наряды припасли на всякий случай. Мне такие девчины по нраву, по царскому. Но в жену я себе возьму самую лучшую нарядницу, которая мне приглянется.